Добро пожаловать в новый сезон FIFA Mobile. Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и это, как вы догадались, мобильная версия FIFA. Самая маленькая, кстати, 125 мегабайтов занимает на моем устройстве. Напомню, кто не в курсе, что за аппарат, у меня iPhone 8 Plus. Итак, давайте посмотрим, что тут мне скажут. Меня зовут Неймар. Наверное, какой-то популярный футболист. Задизлайкайте меня за это. Я помогу вам создать первый Ultimate Team и положить начало вашей славе в мировом футболе. Начнем с тренировки ударов башкой по мячку или наоборот мячиком по башке. Посмотрим, что тут у нас, насколько красивая здесь графика будет. Ну вообще, как игра. Честно, я не футболист, не поклонник футбола, но за последнее время болел за наших на чемпионате. Так, обучение ударам. Проведите пальцем к воротам, чтобы нанести удар без проблем. Я вообще могу. Ну давай, провожу. Четко, я вообще красавчик. Забивать голы — это мое. Ну еще разочек давай. Окей, вообще замечательно. Сколько там надо? Попыток много. Ну давай, давай, чувак, еще разочек. Я прям даже белым играю. Ну, в смысле, блондином. Вот так вот. Ах так, ты да? То есть ты отбил. Вот. Ага, он показывает, короче, стрелочку. Попытки. Вот дальше начало не очень получаться. Опа, красавчик. Ну, близко. Ясен пень не показывает. Хотя нет, показывает, смотрите-ка. Я думаю, что при таком маленьком размере игры тут близко вообще персонажи не будут показывать, потому что там одни пиксели. Шучу. Классно забиваете, теперь научимся пасовать. Давай, давай. Сейчас мы, короче, проходим обучение. Что хочу сказать. Игруха очень мало места занимает. Есть предложение сделать видео топ игр, которые меньше всего занимают место на устройстве. Кому это интересно, отписывайте в комментариях и обязательно лайкайте этот коммент. Так, что я бегать буду? Ну, ага. Слабый пас. А, вот так вот. Короче, нужно тапать просто на чувака, и тем самым мы будем передавать пас. Ладно, окей, косните своего игрока в штрафной, чтобы отдать ему передачу и забить. Окей, давай. Во, я подбегаю и забиваю. Красавчик! Ну, у них, наверное, тут одно и то же движение на все случаи жизни. 4000 очков, все замечательно, играть снова, конечно же, можно, но мне это не интересно. Мы же хотим сразу в чемпионат попасть. С передачами все в порядке, вы получаете нового игрока в команду, давайте заберем его прямо сейчас, давай заберем этого чувака. Забрать его. 69 у него что-то. Окей, касаемся и получаем нового игрока по имени Джой Линтон. Или Джо Лайнтон. Так, следующее. Давайте добавим вашего игрока в команду. Окей, отправляемся в дом. Моя команда. Так, это ваша Ultimate Team. Рейтинг общей вашей команды показывает, насколько сильна ваша Ultimate Team. Давайте возьмем вот этого уродца и поменяем его на другого. Добс, я не знаю, кто это такой, так что извините, если вдруг я нормального игрока назвал уродцем. Ну, он мне не очень понравился, он мне вообще не симпатичен, мне вообще мужики не очень нравятся. Чтобы дальше улучшать команду, вернитесь к быстрому матчу, чтобы заработать новых игроков. Без проблем, чувак, давайте, быстрый матч, сейчас еще кого-нибудь заработаем тут. Тренировочка дальше, окей. Играть, у нас теперь трое в команде, или мы будем командой рубиться сейчас? Есть, кстати, еще видео, я делал видос на игру тоже FIFA Mobile, но она весила чуть побольше. Я постараюсь откопать ее у себя на канале и в подсказках для вас оставить. Так, что, мы теперь... О, мы бегать можем! Смотрите, у нас траектория рисуется. Сейчас я нарисую вам дизлайк, хотел сказать. Зигзаг. Так, побежали, короче, нам нужно пробежать просто по этой прямой. Идеально. Вы великолепно пробежали по прямой.
Вы, видимо, не бухали. О, здесь теперь нужно обойти всех этих игроков, да? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И победа! Красава. Что-то у меня одно очко не добавили. Во, смотрите, этот чувак по-другому радуется. Я, честно говоря, думал, они все одинаковые будут, потому что что тут 125 мегабайт игруха весит? Я уже который раз говорю о ее весе и удивляюсь. Пока никаких намеков на донат, но это всего лишь тренировка, народ. Кстати, для тех, кто одобрил наше видео о My Little Pony, мы продолжим с Саней. Но видосов много не будет, мы еще поугараем, есть над чем. Так, рывок. Хутё! Ах! Не получилось или получилось? Давай, 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 опа! Во, красавчик, я у него забрал мячик. Давай, опа! Вообще красавчик, он вообще тупорылый какой-то. Ладно, далее. Спасибо, кстати, всем за активность, кто писали, и большой респект тем, кто ждал. Потому что я знаю, многие писали: Флик, когда ты уже сыграешь в FIFA Mobile? Я не поклонник футбола, но это для вас, народ. Для тех, кто голосовал, для тех, кто писал комментарии под видео, какие игры на моем смартфоне. Вы только что получили нового игрока и тренировочный опыт. Давайте посмотрим, как с их помощью можно улучшить вашу Ultimate Team. Давайте отправимся снова домой, снова выберем команду. И так, давайте улучшим вашего нападающего с помощью полученного вами тренировочного опыта. А, ну понятно, это типа, короче, ИСОшек в этих, в Marvel Битве Чемпионов. Ну давай, давай, я понял, короче, передать. А чё у него, ничего не улучшилось-то? Ну вот, допустим. Во, 70 теперь. Вот это я понимаю, другое дело, он теперь золотой у нас стал. Золотой игрочек-то. Ладно, все нормально, мы сейчас брутального мужика включаем, и у нас тут матч первый, наверное, будет. Да, матч 11 на 11, все, понеслась, серьезная игра. Хватит нам сиськи мять и мячики резиновые. Итак, свисток, а здесь мы можем расставить, я так полагаю, игроков, да? Нет, нет, не можем. У одного кого-то там начало. Побежали, побежали, побежали. А куда? Так, мне можно вот этому передать, да? О, красава, красава, теперь бежим. Давай вот этому. А теперь вот этому. Тихо. Давай вот ему. Вот что я сделал? Вот что это было, блин, а? Как в старые добрые времена, русская сборная. Так, давай вот этому чуваку. О, автобой можно включить. Нет, автобоя не было. Давай. А, не, надо было, короче, свайпать просто. Так, чуваки. Оп, вот давай ему. А сейчас мы. Вот, давай. Вот на... Да. Ой, давай, бей. Эх, что это было? Он забрал у меня мячик. Говнюк. Так, Фли и Мор у нас какие-то тут. Давай, рывок, чувак. Не-не-не-не, вот переключайся. Можно да что ж ты, блин, будешь делать-то? Не-не-не-не, давай рывок. Опа, красава. Да ёкарный бабай, ты чё не своему-то передаешь? О, отлично. Не попали в нас, не попали, это радует. Так, кому? Вот давай вот этому. Кстати, хорошо реагирует. Я вроде в маленькую точечку. Ой, ты чё сделал-то, а? Давай. А, всё, мой мячик. Вот этому чуваку давай. Вот этому я сказал. Вот этому. А, побежали. Во, давай теперь этому. Давай. Давай, вот ему. Да блин, тупорылый, что ты наделал, а? О, ничего. Вот давай этому. Давай. Во. Да что ж ты, блин, ёкарный бабай. Зачем ты ему отдал-то, а? Оп. Все нормально. Бежим. Так, отлично. Вот ему, давай. Тихо. А я хоп назад. Оп. Давай. Вот тебе. И... Эх, блин, ну что ж ты наделал-то, а? Куда же ты бежишь-то? Вот, давай. Оп, отлично. Наш чувак взял.
Несмотря на то, что он черный. Я ничего против расы не имею. Черные круто играют. Да что ж ты, все? Мы победили, надеюсь. Основное время вышло. Ну, здесь, конечно, таймы не такие большие, как в реальном футболе. Они идут где-то минут 5, наверное, или сколько я сейчас рубился. Ну, это даже я не назвал рублением. Так, мы получили опыт. Очень важный. И монета, а также брендит. Это что, тот самый брендит, что ли? Что-то не похож он на брейна. Ну, давай, откроем. Я же знаю, кто там будет. Красный 80%-ный, блин, чувак. Не знаю, что это за команда такая. Ну, вы, если что, можете поругать меня и отписать в комментах. Поздравляем с завершением первого быстрого матча. Давайте вернемся на главный экран и посмотрим, что нужно сделать дальше. Окей, давай вернемся, мужик. Вы открыли свой первый квест. Офигеть, здесь есть квесты? Это центр квеста. Здесь вы сможете узнать ваш следующий шаг к улучшению Ultimate Team. Окей, в каждом квесте есть список задач, которые необходимо выполнить, чтобы пройти дальше и получить награды. Короче, это ежедневные награды, которые будут обновляться каждый день. Набор быстрого чего-то там. Ну давай. Кого? На кого нажать? Вот на тебя надо нажать, да? Ну давайте получим. А, ну понятно, это, короче, ежедневный вход. Мы вот эти кристальчики получаем. Что нужно тут нажать, а? А, просто получить надо нажать. Все, мы что-то там получили. 725 самоцветов. А, разрешить всплывающие уведомления? Нет, не хочу разрешать, потому что, возможно, это последняя моя игра здесь. Давайте приобретем первый набор. Можно за 45 тысяч, конечно, приобрести, но нам сейчас предложат за красные вот эти самоцветы. Я бы, может, их и не тратил. Купил бы что-нибудь покруче, но нет. Меня заставляет 52. Во, 75, Джонсон неплохой такой. Чем-то мне напомнил какого-то армянина, может, или осетина. Нет, блин, сейчас, погоди, на грузина больше был похож. Так, ладно. Набор быстрого матча у нас выполнен. Выполните все задачи в вашем квесте, чтобы получить награду. Окей, у нас есть тактическая схема. Обновите свой стартовый состав. Играйте и выигрывайте. Ну давайте обновим свой стартовый состав. Без проблем. Чувак, я знаю, что делать надо. Состав обновлен. Все, да, я уже все сделал. А, ну да, у меня вон, чувак, 75 и 80 добавились. Отлично, еще задачу одну выполнили. Играйте и выигрывайте. Получите первые награды в серебряной кампании. Серебряная кампания. Завершить серебряную кампанию. Окей, давайте отправимся в серебряную кампанию и завершим ее нафиг. Так, вот она. Играть. Первый наш матч будет, наверное. Реальный, где 0-0 будет. Скорее всего. Но почему-то у меня одно очко. Что за дела? Давайте начинаем. И побежали, побежали. Так, пацаны, короче, я вот здесь немножко покручусь, покручусь и вот тебе мячик отдам. Окей, Фриз забрал мячик, передал другому. Джоэлинтон бежит, бежит, не знает, куда бежать. Вот давай тому передавай обратно мячик. Хоп, передал другому мячик. Давай вот этому передай мячик. И вот, да что ж ты делаешь-то, блин. Ну ладно, хотя бы свой получил мяч. Нет, не свой получил мяч. Сейчас другой получит мяч. Я прям суперкомментатор, блин, хренов. Так, 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 это мой мячик, я сказал мой мячик, мой мячик. А-а-а, давай, бей, 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 нельзя, 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 да. Мячик отдай, есть, красава, красава. А нельзя, можно как-то ускориться, мужик, а? Чтоб прям ты быстро бежал, вот тому хотя бы передай, блин. Давай, давай, вот тот же быстро бежал, 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 давай, давай, оп. Давай, давай, бей, 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 бей. Ну, чувак, ну, блин, он у меня из-под ног забрал, а? Чё за дела такие? Мы в футбол играем или во что? Так, окей, ладно, давайте. Вот, вот, вот. Хотел мой мячик забрать, да? Держи, чувак. Так, бежим, давай, вот тому передавай. Вот, вот теперь тому, 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 тому. Да куда ты, блин? Давай, давай. О, давай, 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 давай. На, блин, ну как ты ему прям вот, вот, давай, давай, давай. Yes! Вот это был гол, а? Красиво еще, смотрите, повторчик. Зачетно. Вот это я понимаю, пацаны слаженно бьются. 2-0, короче. Ну, я не знаю, откуда у нас первое очко появилось. Так, чувак, ты слишком много с этим мячиком играешься. Все, все, хватит. Наигрался с мячиком. О, давай, 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 давай.
Отлично. Бежим, 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 бежим. Во-во-во-во. Блин, смотрите, после такой травмы мы можем получить. Вау! Yes! Второй гол! Красавчик грузин! Джонсон. О, точно грузин. Хотя, может быть, и армянин. Отпишите в комментах, на кого он больше похож. Я без обид, просто плохо разбираюсь. Так, ладно. Короче, хорошая игра была. Мне понравилось. Сейчас повторы снова показывают, да? Да, показали повтор. Как было красиво, а? Все. Так, чуть... Ага, теперь мячик не у наших, да? О, смотрите, они начали нормально играть. Куда? Да ёшкин макарёшкин, во! Все, время вышло, что ли? Основное время вышло, да. Лузеры, лузеры. Круто. Блин, а мне понравилось. Когда выигрываешь, всегда начинает нравиться. Ладно, но проигрыши делают настоящих чемпионов сильнее. Ладно, мы получили еще одного чувака. Центральная защита, что ли, ЦЗ. Вилазгуйгуезе какой-то. Забрать награду. Окей. Забираем награду. Далее. 749 рублей. Не, спасибо, давайте я обойдусь без этого. Вот и донатик, так скажем, подошел. Ну что ж, это был первый такой взгляд на самый маленький футбольный симулятор FIFA Mobile для мобильных устройств. Весит всего 125 мегабайт на моем устройстве. Блин, это очень мало, но графон приличный. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.